Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Imagine Holy Play, первый серм. У них здесь Кирилл Путбулови. И как вы знаете, сегодня, пацаны, 8 марта. Поздравляю всех девушек, если есть такие девушки, какие меня смотрят, в принципе, какие интересуются КРМП, ну и так далее. Вас поздравляю с праздником. Ну а сегодня я решил сделать подарок для своей любимой. Да, Мурка, ко мне, моя киска, можно так сказать. Да, сегодня мы Мурочку обслужим по полной просто. Не знаю, возможно даже, может покрасим диски, может другие поставим. Но это не точно, пацаны. Бомж будет просто... наслаждаться своей малышкой. Какой-то лагающий долбоёб здесь ездит. К сожалению, да. Ну, кью-кью, чё? Ну, здорово, конечно. Ты где подарок? Ну, чувак, ты мог бы хотя бы извиниться за то, что ты мою машину протаранил? Снимаешь? Согласен. Ладно, давайте уедем от них, потому что они нам мешают. Блин, этот чувак мне перестает меня уделять. Я стал на светофоре, мне тупо со всей скорости как в жопу въехал просто. Блин, ну реально бесит. Я бы сказал, что типа я буду сам ездить, потому что, блин, ну... хочу сегодня провести сам с ней этот день. А он мешает реально. Только что так в жопу всадил, блин, на всей скорости. Серьезно, так бесит. Он мне хотел денег дать, но, блин, я не захотел от него деньги брать даже, потому что... ну, чувак какой-то неадекватный, без обид, если ты это смотришь. Ну, серьезно, чувак. Филипп Лакосте. Привет тебе, конечно, но, блядь, не надо так делать. Так, я снял деньги, короче, и теперь мы поедем в сервис. Да, насчет дисков, кстати, я не знаю, блин, я не хочу внешний вид особо менять, потому что я ее привык такой видеть. Поэтому, не знаю. Сейчас поедем куда-то. Посмотрим в СТО. Кстати, сейчас я вам покажу самое дешевое СТО. Это не будет никакой рекламы, но реально я там чинюсь постоянно, потому что там очень дешево, блядь. В Арзамасе там какой-то СТО есть, там починка 2000 стоит, блин. Как-то дороговато. Ну, для некоторых скажете, блядь, это 2000 это не дорого, но если ты чинишься, блядь, 100 раз в день, понимаете, это, блин, дороговато выходит. Вот тут чувак, кстати, стоит, какой меня врезался. Так, давайте остановимся на светофоре. Шаха, ты должна нас пропустить, спасибо. Откуда риск какой-то неадекватный, да? Попался. Вот здесь СТО находится, это новое СТО. Здесь эти подарочек еще есть. Минуточку внимания, хочу посетить вам группу проекта Arizona Roleplay. Это проект SAMP, это будет бонусник. Он еще не открылся, но в скором времени уже откроется. IP уже есть, форум также есть. Кого заинтересовало, ссылочку на группу я оставлю в описании. Заходите, смотрите. Ну... мне пофиг, можете сюда не приезжать, мне за рекламу никто не платил. Я даже хозяина не знаю, я даже хозяина не смотрел на самом деле, кто это. Но мне здесь нравится, что тут тюнинг дешевый. Точнее, починка, именно починка. Тюнинг здесь такой самый, починка вот. Вот, починка стоит 500 рублей вообще, дешман просто. Давайте починим свою малышку просто. Просто, блин, как я обожаю свою тачку просто эту. Да, конечно, это не моя бэха. Какая была 3S, 3 восьмерочки, но все равно я полюбил эту тачку. Так, давайте посмотрим. Азот у нас есть. Диски я не буду трогать. Перекрасить можно. Ну такое. Гидравлику. Не-не-не-не, спасибо. Капитальный ремонт, давайте сделаем ей. Все, ну мы сделали капитальный ремонт просто. Как мне писали админы, я у них спрашивал, это влияет на износ. Какой износ, я без понятия, серьезно. Какой, блин, износ, я вообще не знаю. Давайте я хотел, так, 20 тысяч перекрасить авто, нихера себе, убрать тюнинг, починить авто,
покрасить. А вот убрать, если убирать тюнинг, убирается полностью весь тюнинг, даже вот ускорение. А не хотелось бы нажимать эту кнопочку. Так, покрасить не работает. Понятно, что винилов на мою машину нету. Ну, гидравлику ставить на BMW, пацаны, ну такое, да? Я не хочу таким страдать, уродовать BMW, ставить на нее гидравлику. Хотя были такие мысли, когда я узнал, что гидравлика будет, но нет. Не то, что мне денег жалко, а просто, блин, ну, нет. Просто проведем сегодня серию с любимой. Ну, я, понимаете, думаю, вы понимаете, что это шутка, конечно, но... Не, ну, это моя любимая тачка на серию на данный момент, но... Блин, ну, тачку любить, конечно же, нельзя. По-настоящему, поэтому... Можете... Кстати, блин, я вообще купил бы вот эту тренажку бы. И прочипал бы полностью, потому что она такая гоночно выглядит. И может она даже будет бодренько ехать так. Было бы круто. Кстати, вот жалко, что на BMW нету винила вообще. Я бы, кстати, какой-то себе винил бы поставил сюда. Ну, только какой-то красивый. На самом деле, я решил того, что на нее сделают винил в модпаке. Но, блин, как бы тачка очень даже популярная и красивая. Поэтому можно было на нее винилы сделать. Но, к сожалению, их нету. Хотя, может, и есть. Напишите, кто знает, может, есть они. Просто я не проверял, у меня старый модпак до сих пор стоит, потому что новый дико лагает, и я не хочу его даже ставить, вот в чем проблема. Чё, пацаны, с любимой стоим туда. Ай. Ну, прикольно, кстати, довольно-таки прикольно все. Вечер, чисто вечер с любимой, хотя еще не вечер, ну почти вечер. Просто красавица Мурочка стоит, просто персик. Просто реально персик. Просто великолепная тачка, реально. А, какая задница просто у нее, а? Сочная, да, такая, ух. Ух. Какая булочка просто, булочка. Вот даже букетик купил, пацаны, цветов. Все для любимой. Я понимаю, что вы, думаю, понимаете, что я реально прикалываюсь, но... Понимаете, в честь 8 марта решил сделать такую серию. Конечно, я думаю, меня вообще девушки не смотрят, потому что, ну какие девушки играют в КРМП? Не, ну есть такие, конечно, но это очень большая редкость. Но все равно с праздником вас, дорогие девушки. Я думаю, вы всем уже поздравили, всех поздравили своих мам, бабушек, там, подруг, подружек и так далее. Ну, на этом я буду заканчивать. Вот такая вот серенькая, коротенькая получилась, пацаны. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Да, вот так, пацаны, любишь ее, ценишь, даришь ей подарки, она, блядь, улетела в озеро. Просто вот так все бывает, пацаны. Но все-таки она выйдет. Я в нее верю, я в нее уверен, поэтому она выйдет и будет дальше меня радовать своей скоростью, управляемостью и своей красотой. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.